Фестиваль «Кадетская симфония» проходит уже в 6-й раз и с каждым годом становится популярнее. В этом году площадкой для его проведения стала старинная подмосковная усадьба Ершова, где собрались более 300 человек – учащиеся и педагоги образовательных организаций кадетской направленности из разных регионов страны. Мне приятно говорить и особо подчеркнуть, что в настоящее время Министерство просвещения уделяет огромное внимание развитию кадетского образования. И разработана концепция кадетского образования. Разрабатываются сейчас методические рекомендации для всех школ, чтобы развивалось и создавалось как можно больше кадетских классов. И сегодняшний фестиваль, и который, так сказать, проходит несколько лет, вот уже в том числе и в этом году, как раз направлен на то, чтобы пропагандировать кадетское движение, разворачивать это направление в системе образования. Фестиваль открылся торжественным парадом, на котором юные кадеты блеснули выправкой. А затем в течение 3 дней ребята демонстрировали свои таланты в творческих конкурсах – вокальном, хореографическом и даже в конкурсе художественного слова. А параллельно шла подготовка к самому главному событию – кадетскому балу. Один из участников, Иван Потапов, приехал из Самары. Рассказал, что его класс на фестивале впервые. Иван вместе с одноклассниками долго готовился к творческим состязаниям. И не зря. В номинации «Вокальное произведение» фольклорный ансамбль «Ажи» Жина Самарского казачьего кадетского корпуса был назван одним из победителей. Мы показываем свои умения, старания, где мы проявляем себя, где мы стараемся стать лучше, чему-то научиться и выйти вперед, выделиться, то есть отличиться своей удалью. Под руководством хореографа ребята репетировали вальс знакомств, подыграс, испанский вальс, московскую кадриль, кадетскую польку и полонез, чтобы затем исполнить их как можно более уверенно. Долгожданный бал, ставший красивым завершением фестиваля, останется в сердцах, а участники останутся добрыми друзьями. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».